Мир, дружба, жвачка, доброе утро. Всех с 8 марта поздравляю, счастья, радости желаю. Мы собираемся идти на базар. Вообще, сегодня должны были с утра мальчики идти на базар, потому что сегодня как бы праздник. Но у нас все мальчики заболели. Поэтому приходится нам, девочкам, идти на базар зачем-то. Зачем? Опять же таки, за кормом, за пеленками, которые мы вчера не купили. И еще, может, какого-то мяса купить. Алеша нам пообещал сегодня сделать плов. Если, конечно, он... Алеша, сделаешь плов? Да. Да, сделай. И, кстати, Сашка тут с Добби. Не, кстати, Добби же тоже мальчик, и он никуда не пойдет. Добби тоже мальчик, и он тоже никуда не пойдет. И Снег тоже мальчик, остается дома. А Кирюха моя еще спит. У кого-то звонит телефон, не мой. Так, что мне еще нужно? По-моему, вот эту штуку нужно мне еще взять. Я вчера в ней была, сегодня нужно одеть, потому что сегодня -5 градусов. Просто трэш. Трэш. Надя, а у тебя есть варежки? А то мои варежки уже забрали. Так, мама, ты забрала мою шапку. Боже, у всех кто-то что-то позабирал. Короче, приехали в Карпаты отдыхать. Отдыхать? С летними вещами. Мама, ты забрала мою шапку. Я это называю так. Я не хочу думать о плохом, да, я думаю только о хорошем. Я такая это... смешная. На этого похожа. На, как его называется? Парашютиста. Полетели. Наш пейзаж не меняется, но у нас снова идет снег, посмотрите. И мы снова идем много-много километров на базар. Блин, снег просто валит. 8 марта, ребята. Просто прекрасная погода. Замечательное настроение. Фух. Главное мне купить пеленки. Мне на самом деле реально нужны пеленки, потому что у меня собакам уже негде ходить писят. Ну, вернее, одной собаке, которая еще совсем осипусенька. И которая где-то тут... А, вот она. Вот она. Чудила. Просто дикобраз какой-то, серьезно говорю. Ну, посмотрите на это чудо. Чудо, куда идешь? Добби? Добби, давай иди домой. А то взмерзнешь, мавпочка, и потом что тебе делать? Да, правильно, молодец. Чудик. Барончик. Ох, ладно. Идем, чудик. Пройдемся с тобой. Пошли. Взрослые. О, так тут не просто идет снег, он какими-то такими прям сильно-сильно он идет. Короче, трындец, ребята. Я вам говорю, реально трындец. Это не весна. Это какая-то лютая зима началась. Причем настоящая лютая зима. Смотрите. Ну, мы обратно будем возвращаться, уже, наверное, прятаться в сугробах. Нас заметет, пока дойдем до магазина и обратно. Вчера было приятнее. Сегодня просто много снега. Да, мам? Жестко? Жестко на улице? Жестко. У кого 8 марта, а у кого Новый год? Всех с праздничком. Туристы вышли на прогулку в магазин. Хочу тюльпанов. Короче, ребята, если вам не надоело, то смотрите продолжение нашего похода сегодня уже на базар. Сегодня мы идем уже в другую сторону. Но такой же путь не близкий, а дальний. Сегодня снег идет. Просто, я говорю, я такой зимы не видела уже 1 000 000 лет. Потому что у нас в Киеве такого нету. А чтобы еще такая зима была на 8 марта, это вообще нонсенс. Просто нонсенс. Как тут? Крутяк! Крутяк! Снеговиков только никто не лепит. Потому что снег не лепящийся. Вот. Ну, прикольно. Надюшка идет, там мама идет. Сзади Алена с парнем со своим идет. Детей и парней оставили дома. Потому что все мальчики наши заболевшие. Да? Клево? Ничего подобного. Это просто нереально. Нереально. Метет метель. Зима пришла. У кого какая погода сегодня? Напишите, пожалуйста. Вот реально напишите, у кого какая температура, влажность, осадки. У нас прекрасная снежная новогодняя. Вышло солнышко, снежок
ушел. Посмотрите, какое небо. Чистое стало, красивое. В общем, а мы идем, как в песенке. По дороге с облаками. Та-да-та-да-та-да-та. Кто помнит продолжение, подпевайте вместе со мной. Пишите в комментариях и не забывайте ставить лайкусики. Я не имею понятия, сколько нам идти. Я уже имею понятие, сколько идти в магазин. А вот сколько идти на базар, я пока еще не знаю. Но очень красиво. Вот там вот был базар. Вот там вот должна быть аптека. А у нас опять начался снег. Но уже не маленькими тяпочками, как сыпал, а уже такими шикарными большими хлопьями. В общем, потерялась что-то. Мы потеряли Алену, ее парня, и уже замерзли их здесь ждать. Я пошла. И что мне сделать? Тебе замерзло. Что ты типа замерзла? Я теплее станет мне? Да. Я думаю, что вряд ли. У меня дело в том, что обувь сама по себе мокрая. Она за эти дни не успела высохнуть. Я вчера ходила в магазин и сегодня. Я... Я да? тебя люблю. Я тебя тоже. С 8 марта тебя. Я тебя тоже. Ой, ребята, мы приехали с базара, вернее, мы приехали. Нас забрала Надина дочка на машине с Аленкой. Мы все продукты сюда принесли. И все остальные идут там пешком. Мы уже забрали все сумки, потому что в машину просто не поместились. Но я даже умудрилась купить Кирюшке подарок. Я тебя поздравляю с 8 марта. Держи. Ты хотела себе. Я тебя поздравляю с 8 марта. Клади, и можешь на нем валяться, лежать. Твой личный коврик будет. Он уже не личный. Ну, будет ваше общее. Клади его. Добби! Добби, иди сюда. Иди давай, Кирюша посмотрит. Да подожди ты. Ну дай ему взять. Клади. Ну, Кирюха. Давай. Расстилай. Да ну расстилай. Давай. Я его сейчас на воду. Да подожди ты. Добби. Иди сюда. Опа. А ну-ка. Давай-ка. Ну как? Нравится? С 8 марта, солнышко. Спасибо. А это еще не все. Китя, это еще не все. Еще в связи с тем, что мы сюда не взяли вещей никаких. А, держи, там я тебе взяла носочки, но это нам будет, ну, носки, короче, для нас. Вот такие носки, вот такие носки, вот такие носки высокие. Вот такие носки, короче, разных носков взяла. И взяла штаны. Ну, или тебе, или мне будут, я не знаю. Теплые штанишки будем по очереди носить. Ну, да. Кто пока будет... мои с таким же мехом джинсы в стирке будут. Да. Да, ну и будем идти на базар, там магазин будем брать, потому что я только одну пару взяла. Ну, думаю, что брать две, деньги надо экономить. Короче, вот такие вот у нас покупочки. И у Кирюшки теперь есть свой личный коврик, за который я не буду переживать, что его может вот эта вот мелочь обтикать. И я взяла, Кира, по феншую, наш любимый цвет. Правильно? Правильно? Правильно. Вот так вот. Все. Боже мой, что же у меня на голове? Так, а теперь можно идти раздеваться. Ковер пока здесь положили, пока Кира на полу не лежит. Штаны отличные. Кира, просто супер. Меня да. бесит вот эти застежки, потому что они такие холодные. Зато самое что главное теплое. Так, собаки. Собака, у собак новая пеленка. У снега новый туалет. Колбаса. А, так это надо на кухне. Давай, это же мы колбаску купили Дашу. На бутерброды, кстати, тебе купили колбасы. Вот такую вот гигантскую палищу. Посмотрите, просто какая... огромная палка колбасы. Вот, поэтому это тоже надо будет сейчас на кухоньку занести. Сашка, где снеговик? Ого, Кира, ничего себе! Ты же сейчас будешь мокрющая, да? Маша, да. Сейчас хочу тебя свою давай, покажи.
Дельфин? А? Дельфин? Да. А ну. Ух ты! Вот это да! Сейчас пойду. Смотрю, что там Кира делает. По-моему, она там тоже каких-то дельфинов делает. Кира, Кира, вот это ты красотка! Эй, фу! Фу! Иди сюда, Добби! Иди сюда! Ко мне! Блин, ко мне! Стоять! Стоять! Покусал тебя? Тихо! Все? Цел? Добби только что пес покусал. Накинулся на тебя, да? Не будешь на него больше гавкать. Да, Кира, да. А шапку не одеть, доча? Нет. Нет, что камера села. Класс. Ребенок мой просто красавец. Счастливый красавец. Да. Нет, куда она? Это на батарейку надо. Помоги, давай. Обтушиваться буду. Подожди, у меня что-то Добби, которого покусали. Давай. Спасибо. Как раз. Опачки. Давай, прыгай. Идешь? Только не лезь к собаке уже большой. Ребятушки, еще раз всех поздравляем с праздничком 8 марта. Стой, да? Стой, стой. Добочка, стой. Вас тоже. Что? Ой, иди сюда и скажешь на мой этот, что... И Добичка вас тоже всех поздравляет. Он, правда, не в настроении, потому что какой-то такой весь напряженный. И, в общем, он расстроенный, потому что его сегодня кусала собака. Но что? Кира тут хочет, чтобы я на ее канал тоже что-то сказала. Что я хочу сказать? Всем с праздником. Я еще не начала. Ребят, всех с 8 марта. Всем с праздником поздравляем. Лавушки, нет, лавушки. Тёмочки. Тёмочки и лавушки. Всем всего хорошего, мира, добра, любви. Да. Всего самого хорошего. Добби. Очень. Позже, подождите. Сейчас, подождите, подождите. Да, он уже научился говорить. Да. Все, ребят, всем чашки какашки. Пока-пока. Пока-пока. Пока. Пока. Туда посмотри.